Хлеб всему голова, а поэтому его производству в регионе уделяется пристальное внимание. Сегодня Сергей Морозов посетил одну из площадок градообразующего предприятия «Ульяновск-Хлебпром». Встретился с сотрудниками и осмотрел выпускаемую продукцию. Хлебопекарная фабрика имеет 5 площадок, на которых трудится 800 человек. В следующем году планируется начать большую модернизацию. Объем инвестиций, который планирует, соответственно, направить руководство предприятия «Хлебпром» буквально за 2019-2020 год, составит порядка 200 миллионов рублей. Соответственно, следующим этапом у нас будет уже следующий завод, скажем так, модернизироваться, куда также планируется чуть более 200 миллионов рублей направить, соответственно, на инвестиции. В первую очередь на производственной площадке хлебозавода номер 3 на проспекте Гая будет введена новая линия. Таким образом, объем выпускаемой продукции увеличится с 20 тонн хлеба до 27. А чтобы работать на новом оборудовании, сотрудники пройдут курсы повышения квалификации. Мы планируем внедрить новую линию для большего количества выпускаемой продукции, а также расширение ассортимента ржаных сортов. Она позволит этой линии нам минимизировать ручной труд. На другие площадки также будет закуплено хлебопекарное оборудование. В целом предприятие легкой промышленности выпускает 70 тонн хлеба в сутки, обеспечивая главным продуктом больницы, школы и детские сады. Модернизация позволит снизить издержки и увеличить рентабельность, а это значит увеличение налоговых поступлений и зарплат. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.